Меня зовут Кристина Ковалерова, я работаю фронт-энд-разработчиком в компании IT Consulting, в которой есть разные проекты, и я сейчас занимаюсь проектом Сбербанк технологии. А от специалиста я закончила курсы Java-разработчика. До курсов я работала системным администратором, веб-дизайнером, в общем, человек, который отвечал за все. Мне надоело отвечать за всю IT-сферу маленькой компании, и захотелось перейти в большую или государственную, или какую-то коммерческую компанию на какую-то одну специальность. Сразу после обучения, буквально через неделю, я устроилась в крупную компанию, в которой уже работаю 5 лет. Я долго искала курсы обучения. Я думала, что самые лучшие курсы – это курсы при вузах. То есть я сравнивала курсы при МГУ, при Бауманке. И я поняла, что при МГУ нет набора постоянного на то, что я хочу. А при Бауманке можно прийти на любой курс, в принципе, в любое время. И можно сразу приступить к обучению. И оно не затягивается на долгий срок. Ни на полгода, ни на год. То есть можно за 2 недели взять отпуск и просто поменять свою жизнь. Чему и всем желаю.